Походу мне реально нужно... Что такое? Походу мне реально нужно было загрузиться на следующий уровень, когда я в прошлый раз играл. Меня откинуло больно далеко. А сейчас я не помню... Не помню, он выйдет? Нет, не выйдет. Да, выйдет. Да, мы это в прошлый раз читали, так что нормально все. Ладно, привет всем моим любителям отличных видеоигр. С вами Hedgehog Incorporated и Бенджера собственной персоной. И сейчас я понимаю, это не очень звучит. Мы проходим Condemned Criminal Origin. И переходим на следующую главу. Как раз остановились. Как она называлась там? Нахрен его знает, как она называлась. И сегодня я попытаюсь как-то без мата записать. Мне на самом деле это будет очень-очень-очень трудно. Давайте тогда я буду говорить слово «беляш», когда очень хочу, очень захочу поматериться, поматюгаться, да? Как там сын договорил. Мы матюкаемся, мы крутые, да? Now it seems they were interested in me так, for other reasons. Теперь как же кажется, что они заинтересованы. Ладно, я что-то это надо было читать. Я видел свое личное дело, без сомнения, они во мне сильно заинтересованы. Это может и не быть полезным. Интересно, как много они знают о том, что происходит? Я бы держался подальше от бюро как можно дальше. Похоже, что у меня нет особого выбора, пока они думают, что я убил тех двух офицеров. Их смерть была неудачной, но может так оно и лучше. Лучше? Кажется, что вы знаете намного больше, чем пытаетесь показать. Этот участок яблочного сада. Ходи на цыпочках. Я высажу тебя у дома и поеду в ангар. Встретимся позже. Что-то он правда не договаривает. Мне даже интересно. И, конечно, конечно, у департамента или где там, где он сказал не появляться. Да, у департамента. Я, конечно, не появлюсь у департамента. Я подозреваемый в деле об убийстве двух полицейских. Причем главный подозреваемый, которого отпускать просто нельзя. Так, отлично. Дом, заброшенный дом. А, слушайте, это прям как в демке Resident Evil. Сфотографируйте письмо на стене, холла на дворе. Серьезно, это прям как в Resident Evil. Заброшенная лачуга. Где-то в поле. Серьезно, вот тебе говорю. Если эта сейчас дверь закроется, я не знаю, что я сделаю. Я буду белешиться. Очень сильно белешиться. Я бы мог на другое слово, конечно, поменять, но... Я люблю беляш. О, кувалда. Зацените кувалду, у меня кувалда появилась. Так, скорость блок. Нет, кувалда это пока топ. Если мы еще топор найдем, это беляш будет самое крутое прохождение. Так. А, я думал тут циферки, и сейчас нам дадут этот... Как ее? Пластину стальную. Ой, лошадка. Я очень не люблю вот детские комнаты, заброшенные подвалы и чердаки, где есть вот такие вот лошадки, но она... Так, нет, я туда не пойду, я сначала смотрюсь на этажах. Ага, смотри-ка ты, а тут птичка. Тут птичка. Во-во-во-во, прям как знал, пластина. Отлично, мы пластину собрали. Интересно, тут только дом? Или... Выбью стекло, чтобы меня потом никто не напугал выбитым стеклом. Да. Ну, просто может быть такое. Я иду, и вдруг там вещи начинают летать, стекла биться. Ну, вот хотя бы тут стекла не будут биться. И свет... Свет я оставлю включенным. Я даже когда сплю, ночником использую. Ночник. Я даже когда сплю, использую ночник. Во. И на самом деле я люблю бить стекла, это забавно. Вы чё, я был самым таким стеклобитым. Стеклобитым, когда по заброшкам шастал в детстве. Все мы шастали по заброшкам, чё вы? Нормально же. Я еще и стекло бил. 70%, наверное.
или 60. Ну, половину точно я выбил на той заброшке. Был это завод, правда, какой-то. Да. Отлично. Я вижу какой-то рисунок, и это, кажется, не к добру. Ладно, тут полно аптечек. Надеюсь, нас не заставят вот сейчас обороняться в доме. Надеюсь, сейчас такая армия, армия зомбиков не пойдет на меня. О, ворона. Отлично. Ага, тут у нас пока ничего. Это хорошо. Это очень хорошо. Ну, в принципе, даже если армия зомбиков на нас и пойдет, мы же просто расправились. Та-та-та. Спокойно, спокойно. Подождите, это же тот чувак из кошмаров. И у него прямо какие-то палки. А, это палка. Я думал, у него нунчаки. Серьезно. Понятно. В общем, мы будем здесь ходить, и он время от времени будет появляться. Так, там что-то лежит? Нет, я думал, там что-то лежит. Отлично. Комната закрытая. И очень мало мест, откуда могут... А, нет, прошу прощения. Много мест, откуда могут вылезти зомбики. И особенно вот этот вот... матчмейкер. А они его матчмейкером зовут или... Вот, вот это я не понял. Они... Это убийцы X и матчмейкер. Это одно лицо или нет? Или подождите, я помню, когда у нас говорили, что... Убили матчмейкера, если я правильно помню. Блин, нужно еще раз будет посмотреть. Собственно, зачем открыли? А, и какая у нас цель? Найти серийного убийцу X и не учителя. Так, секунду. Так это разные люди. Серийный убийца и учитель — это разные люди, да вы серьезно? Окей, окей. Постараемся. А, и в общем, у нас не так много места, где ходить-то можно. Да тут прям в шкафу можно прятаться. Шикарно. Маленьких девочек пугать буду. Ну, я думаю, здесь маленькие девочки уже не появятся. А если появится здесь маленькая девочка, то это прямо не к добру. Особенно для меня. И эти маленькие... И не я буду пугать этих маленьких девочек, а эти маленькие девочки будут меня пугать. Так что я бы не хотел... Ага, тут закрытая дверь. Я бы не хотел встречаться с ними. А, вот, вот, у нас, в принципе, есть закрытая дверь одна. Комната, комната, не дверь, комната. С двумя входами. И... Нам бы ключ, что ли, найти? Не знаю. Что ты думаешь? Вот что ты думаешь? Так, я здесь был. Да. А, вот, где лестница. Что-то я вот только сейчас ее заметил. Наверное, стопудово я ее проходил не один раз. Through the valley... Как, что там написано? Through the valley, сквозь деревню... All the shadow... Сквозь тени деревни... Of... И смерть я буду... Spare not evil. Не понял, что-то. Что-то, как лестница какая-то. Понял. Понял. Поняла, наверное. Странно, хотя кажется, это важно. Посмотрите, может еще что-то есть. Ну, может еще что-то есть. Есть что-то еще. Без разницы. Без разницы. Во-во-во-во, я об этом говорил. Смотрите, всякие предметы двигаются. Я выбью стекла, чтобы они меня не пугали. А то это как-то странненько получается. What the fuck? А, она уже тут выбита была. Хорошо. Хорошо. Ребзя. Тут есть кто-нибудь? Эй. А, требуется лом. Ага. Да, вот серьезно. Серьезно, как... В Resident Evil. Последним. О! О! Папочка какая-то. И номер. За газетой там вроде скрыто, нет? А, во-во-во.
А, это случайно не число пи. Воу, офигеть. Чувак случайно не число пи писал. Отлично. Отлично. Что у нас тут? Тут же что-нибудь должно было быть. Обязательно. Или убийца X будет здесь прятаться? Так, тут сверху бегает. Я прям слышу, что кто-то сверху бегает. Ну ладно, он хотя бы состоит из плоти и крови, значит, его можно убить. Подвал! Так, да, запомним, что там у нас подвал, и я схожу, проверю вот эти вот цифры, куда они идут. А, собственно, они, кажется, в подвал идут. Да, они в подвал идут. Да, это я хожу, издаю эти звуки. Да, нечего тут пугаться. Мы тут... Тут мы, походу... А, нет, мы тут не были. А, нет, были, да, четыре. Лом у нас в подвале должен лежать. Значится. Так. Значится, пойдем в подвал. Главное, чтобы там свет не выключили. Хотя еще мы и не по таким местам шастали. Но тут как-то атмосфера прямо как напрягает вот. Прям реально напрягает. И зомбики бегают. Я уже к ним как-то спокойно отношусь. Но если появится... Где лом-то? Тут он должен лежать же. Зомбики. Ну, они вот здесь вот могут пойти. Черт, стрёмно. Мне реально стрёмно сейчас. Как-то... Это атмосферно... Атмосфера пугает. Так, это железный прут у нас. И еще нам тот чувак посоветовал на цыпочках ходить. Честно, не помню, как его зовут. Нам неоднократно, наверное, его имя говорили. Но я не запоминаю. Я запомнил вообще только матчмейкер и Роза. Все. Розу я запомнил только потому, что я... И удивляет... А! Ну что ж ты меня пугаешь-то как? Спокойно. Тише, беляшек. Беляшек. Тише, беляшек. Беляш. Напрягает меня это. Чертовски напрягает. Да откуда они вообще появляются-то? Не понял. Зомбики? Вы чё? О. Что-то странное. Шкаф с зеркалом. Он... В другое измерение отправит нас. А! Ты откуда? Серьезно, я его даже не видел. Откуда он вылез? Ладно. Окей. Ставь лупус, если тоже боишься зомбиков. Да что такое, откуда они лазят. Лезут. Ага. А, так тут все время можно было использовать этот прибор. Давайте тогда вернемся и посмотрим. Там циферки должны вести куда-то. Вот к шкафу ведут. Прямо к шкафу. Вот я тебя вот прям клянусь, что они к шкафу ведут. И... О, смотри-ка ты, нет. Они не к шкафу ведут. А куда тогда? Я ж был здесь. Я ж проходил тут все. Ага. Палку с гвоздями. Все, больше нет их, да? Что такое? Нет. Задел меня зомбик. И я уже вот прям чувствую такое вот напряжение, что не матерюсь. Это сложно для меня очень. Это для меня такое испытание. Челлендж. А, во, нашел. I see you later.
увидеть себя в продолжении. Возможно, еще одна улика. Посмотри, может, еще что-то есть. Хорошо. Хорошо. А, именно тут или можно в другие комнаты заходить? Да, видимо, тут можно в другие комнаты заходить. Главное, чтобы на нас зомбик не напал. Нужно свет выключать, а то реально не видно тут. Да что такое? Вот не успеваю. Не успеваю я выключить, он больно медленно достает. И вы хотите сказать, что мне целый подвал нужно исследовать? Лезут и лезут, а лезут как тараканы. А это что? А может это... В принципе, логично. Может, это такие тараканы выросшие. Ну, не похожи они на людей. Не похожи. Хорошо, я тогда еще попробую пройтись. Вот здесь. Посмотреть, может, я что-то пропустил. Ладно, ребят, вот в подвале уже точно ничего нет. Я прошел. И не один раз даже прошел. И убил не одну тучу зомбиков. Нашел зато пластину. И вот тут вот в холодильнике у нас ворона лежала. В общем, да, трудно искать улики в большом доме-то таком. А дом-то у нас реально большой. У нас тут и подвал, у нас тут и куча-куча комнат. И зомбики еще мешают. Хрен ты что найдешь, скажу я тебе, мой друг. И папки тут не взять. Тут есть... В общем, по цифрам этим... Мы прошлись. Это точно. У нас сюда, 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 бла-бла-бла. Ну да, да, да. Так, подождите. Секунду. А там. Там же вроде. Вот! Точно, там же внизу слова были. А я цифры нашел. Ну, мы нашли цифры с тобой. Похоже, еще на нолик. Там, вероятно, есть еще. Продолжай поиски. Угу. Да, а вот тут вот у нас слова, значит. Слова мы нашли, хорошо. А давайте-ка в другую сторону пойдем. Может... Может даже... Мы что-то и найдем тут. Откуда они вообще пошли? Ну, откуда-то... Ага, подождите, цифры еще на второй этаж ведут. А, и все они сводятся к одной штуке. К одному там слову, это где что-то деревня, там смерть, всякое такое. Ну ты понял. А, нет, не все. Смотри. Темный путь. Это сфотографировать тоже надо. Похоже, все слова нужно найти. И сложить их вместе и понять, что за предложение же он тут оставил у нас. Еще одна загадка, продолжай искать. Да сколько можно? Серьезно. А, 3 из 4, вот, вижу. Сохранение. Это хорошо, что у нас сохранение сейчас. Я чувствую. И чувствую я, что здесь у нас в этой комнате как раз последняя загадка. Как эту комнату открыть? Я вообще без понятия. Но там что-то есть. Вот уверяю тебя, там что-то есть. Хорошо, я еще поищу. Не буду твое время занимать. О, нашел! Смотри-ка ты. Это прямо там, где я упал. Это у нас 3 из 4. Да, это последнее у нас. И главное, чтобы он не напал на нас. Этот убийца Икс. Хорошо, темный путь к справедливости за пределами того, кем вы себя видите. Я прогоняю фразу через лексикографическую базу данных, но тут ничего. Продолжаю обследовать дом, возможно, ее значение станет очевидным. Угу. Темный путь к справедливости за пределами того, кем ты себя видишь. Темный путь справедливости за пределами того, кем ты себя видишь. Ну, смотрите, я вижу себя детективом. Темный путь справедливости. Это убийство. Темный путь. Да.
это убийство преступников. То есть говорится, что темный путь справедливости, убийство преступников, это за пределами того, кем я себя вижу. Еще тут слово «за пределами». Возможно, это что-то связано с моими способностями. Того, как я вижу. Что я вижу. Кого я вижу. Да, возможно, загадки очевидные. А возможно, мне намекают, что убийца X — это я. Я вот с самого начала. Я с самого начала начал подозревать себя. Что за хрень? Что за хрень это все? Что это все за хрень? Ну, как так получилось, что... И отпечатки мои, и все мое. Ну, не бывает таких совпадений. Ну ладно, ладно. Еще. Я, конечно, можно отталкиваться от того, что мы видели, кто это все сделал. Но это мы были не мы, это был чувак в костюме. В тюремном комбинезоне. Так, опачки. Томас, послушай меня, эта фраза «темный путь к справедливости» за пределом того, кем вы себя видите. Возможно, это и глупо, но подумай над этим. То, кем вы себя видите, ну, это может быть зеркало или что-то отражающее, а путь за ним стоит проверить. Помните, я говорил про шкаф в подвале, и что зеркало отведет тебя в другое измерение? Вот прям как знал. Но, конечно, моя догадка вот с этими со способностями, бла-бла-бла, это все... Это чужда моя, это реально чушь какая-то была. Искать смысл в том, где этого смысла нет, это глупо. А теперь бы мне найти лестницу в подвал, я немножко потерялся. А, вот нашел. Ну, сейчас, короче, сами сходим. Я там заодно со всеми зомбиками разберусь. Отлично, вот наше зеркало. Зеркальце. Ух, открыть дверь. Ага. Потайная дверь. И закрыть ее можно, пожалуйста? What the fuck? Так, секундочку. А, собственно, вот с другой стороны стены мы и обходили вот это вот по кругу место. Угу. То есть куча разных улик здесь должна быть. И здесь, наверное, и живет убийца X, да? Как я понял. Точно! Смотри-ка, это мои фотки. Мои фоточки. Нажмите инструмент. А что, собственно, фотографировать? А, вот так даже. Серьезно. Изображение получено. Похоже, это обо мне. Вот оно. Беглый осмотр показал несколько газетных статей об истории двух расследований. В нем содержались даже внутренняя информация. Бюро о продвижении твоей карьеры, награды, повышения. Что-то в этом городе. Последние страницы газет говорят о серийных убийцах, которые не были найдены. Некоторые из них обведены в красный кружок и рядом поставлен восклицательный знак. Похоже, это серийный убийца X наблюдал за тобой, за твоей жизнью, довольно-таки пристально. Хорошо. Да, но почему? Похоже, ему нравится соперничество. Может, он выбрал тебя и пытается теперь понять своего врага? И он прячется за стеной, да? Возможно, но я не знаю. Похоже, больше похоже на то... Блин, не успел прочитать. Окей. А если я не хочу? А, кстати, вот лом. Мы сможем открыть там сейф. Честно, вот не хочу наверх подниматься. Это вообще не в моем приоритете. Мне бы свалить отсюда. По-быстренькому. Кстати, а чё зомбики-то на меня не нападают? Ребят, вы где? Я уж по вам скучаю. Вы такие безобидные. Такие простенькие. Вас даже электрошокером можно убить с одного удара. Ну, мне почему-то кажется, что лом сейчас будет получше, чем кувалда. Всё-таки
Да что ж такое, ну, ну пытается, вот пытаются меня напугать. Зацените, кстати, зацени его. Вот здесь кровь. Кровь, это походу здесь кто-то. Кто-то вот пробежал вот так вот. Мне сейф нужен. Но он походу тут. О, зомбики бегают. Все, все. Мы разворошили осиное гнездо. А тут у нас дробовик, автомат. Сколько? Сколько патронов? Шикарно. Ну, если что, мы вернемся сюда. О, ну с пианинка-то зачем так? Найдите топор, чтобы сдвинуть пианино и продолжить поиски. Отлично. Отлично. Просто отлично. Где мне этот топор искать? Чё ты там дверь-то закрываешь? Да вы серьезно? Когда успел-то? Дуралей, когда успел? Ладно, нам все равно не надо было в подвал. А, я, Хендехох. Ду гроссе швайне. Ду гроссе мертвые швайне. Так, так, так. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Автомат у нас... так быстро закончились патроны, вы серьезно? Давайте возьмем тогда еще дробовик. Сколько? Пять. Пять патронов. Сойдет. Думаю, сойдет. Если на меня никто не нападет. Лопата. Ага, слышу. Опа, 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 опа. Эй, чувак, как дела? Один. У меня один остался, да? Хорошо. Думаю, мы... Если тут чувак есть... Нет, тут никого нет. Ладно, я вообще, кстати, хотел здесь закончить, потому что я уже много записываю. Ну, ладно, ладно. Все-таки еще немножко пройдем. Все-таки сегодня пятница, я, в принципе, могу порендерить побольше. Мне это особого труда не составит. А, черт, ну, ну вот, вот как так-то. Надеюсь, он у меня сейчас не побежит. Так, так, давай, 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 давай. Есть, зарядился. Зарядился. И у него либо... А, у него кувалда в руке. Это не есть хорошо, конечно. Вот сволочь, 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 сволочь такая, а? Вот, держи. Блин, я сам телом вперед подаюсь, когда удар делаю. Тут же еще аптечки были. Мне вот прям аптечек не хватает. Или они там были. Не помню, не помню. Ага. Это лопата у него. Нет, мне топор нужен. Ну, как я думаю, скорее всего-то топор у них будет. У кого-нибудь последнего там. Угу. Фак! Фак! Давай, 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 ударяй его, ударяй. Серьезно, мне бы даже против них сейчас топор, конечно, не помешал бы. А может мы кувалду возьмем? Да, я думаю, мы кувалду должны взять. Полегче будет, полегче немножко. Ну чё? Ты нападешь на меня сегодня, нет? О, топор, 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 шикарно. Отлично. Просто тютельку в тютельку. Да. А, тут еще топор был. Серьезно. Ладно, 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 ладно. Надо было сразу пойти сюда. Так, сзади меня никто не появится? Окей. Подвинем пианинку.
своим мысленным движением. Мы же телепаты, да? И сверху у нас кто-то был, да? Сверху кто-то был. Кто-то. А, аптечка-то израсходована. И... Окей. А, подождите, тут же вроде еще дверь была, которую можно было разрубить топором. Если я правильно помню. Если я правильно помню. А, о, птица, как раз, отлично. А помню я, честно, очень-очень и очень фигово, так сказать. Да. Отлично, да. Сразу надо было догадаться, что у нас в ванне аптечки. Одну оставим на всякий. И вот эта дверь, конечно, закрыта. Блин, мне интересно, что за этой дверью. Серьезно. Так, а что? Найти серийного убийцу X. Теперь сдвинь пианино и продолжи поиски наверху. Ладно. А, мы прям метр не дошли. Чувак, зачем ты себя убил? Опачки. Опачки. Подождите. Идентифицируйте жертву. Хорошо. А здесь? А, нет, вот. Это типа ты отпечатки пальцев вот так вот возьмешь, да? Через фотоаппарат. Распечатка общих сведений. Положительное совпадение. Это парня зовут Карл Андерсон. В газетах его окрестили мучителем. Похоже, боже, похоже, серийный убийца их добрался до него. Измывался над ним, мучил его, довел его до самоубийства. Точно так же, как Андерсон поступал бы. Должно быть, наши люди уже рядом. Будь осторожен. Ваш доступ в лабораторию закрыт. Налогоплательщикам не понравится, что вы используете их средства, находясь под подозрением. Фаррелл, послушай меня, поговори с Розой. Мы почти поймали этого парня. Я понятия не имею, за каким жалким невинным идиотом ты гоняешься. Но ты прекратишь сейчас же. Приходи в бюро с повинной, и мы спокойно поговорим. Я не могу сделать это, Фаррелл. Тогда делай как хочешь, мы тебя найдем, можешь не сомневаться. Похоже, теперь ты сам за себя, Томас. Это плохо. Карл? 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 Карл! Карл. Ну, давай, мистер мучитель. Don't you wanna know what it feels like? Хочешь узнать, каково это? Когда еще и половина дел не завершена? Карл? Карл? You know how this will end. Ты знаешь, чем это закончится? Я был послан на эту землю, чтобы совершить над тобой правосудие. Твоя судьба в моих руках. Мы типа трупом прикинулись. Фига-фига. И когда он подойдет... Ай-яй-яй, Карл. Ты сдался. Какой позор. Теперь ты знаешь, через что ты тут заставил пройти остальных. Хотя то, что у тебя не хватило смелости убить тебя, делает тебя еще более жалким. Теперь мне придется восстановить справедливость. Как грустно. Сейчас. Тебе не следовало сюда приходить. Доберись до него, пока не ушел. Разве ты не видишь, что я пытаюсь сделать? Тебе не выиграть этой схватки! А, еще бы знать, куда он побежал. Ты слабак! Ага, он сюда побежал. Слишком эмоционален. Я разочарован. Ты серьезно? Будешь со мной вот так вот играться, да?
Так, удар, удар. Отлично. А что у нас электрошокер-то забрали? И как нам его победить? А, ладно, я в принципе понял, как его победить. Мы будем просто ждать, пока он пробежит. Бум! Бум! Ой. Ну ладно. О! Опачки! Получилось. Но, кажется, нас огрели лопатой сзади. Подождите. Я не понял. Это что такое? Что случилось? И почему наш союзник нас предал? Леннон, племянник, прошу, послушай меня. Я здесь, чтобы помочь. Ты это не ты. Ты не в своем уме. Позволь мне помочь тебе. Я знаю, что говорю. Я... Он его племянник. Вот это поворот. Вот это поворот. Да, офигеть. Ну, в общем, нас оглушили. И я думаю, мы здесь закончим. Вряд ли это конец. И как вы видите, кстати, я даже в таком маленьком доме не смог найти все 6 птиц и все металлические пластины. Ну ладно, ладно. Думаю, на этом стоит попрощаться, но ненадолго. Я еще выпущу видео. Да, там прям нам, наверное, немного осталось совсем. Так что... Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь со своими друзьями. Все ссылки находятся в комментариях. И всего вам хорошего, ребят. С вами был Hedgehog Incorporated и Бендер, собственно, персонажей. Пока.